Йоу, дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Кофи, Фреш, Эксайл и Эндифай, и сегодня у нас килл-тест GTA 5 онлайн! Чё, кого, бро? Я совсем давно, меня не было в GTA, просто начал нажимать, я чё-то вообще забыл, как на этих велосипедах на самом деле кататься. Давненько ничего не... Ой, я тоже на мотоцикл выбирал. О, нифига! Так, прыгать на пробел. Олег 4 просто подрубил. Пацаны, посмотрите направо, посмотрите вперед, посмотрите. У меня вот того это отображается. А как я толкаю Андрея так? Так, ребят, кстати, сегодня у нас скилл-тест на новой тачке. Подожди, это что такое? Блин, у меня повсюду какие-то здания, у меня повсюду какие-то города. Чё это за фигня такая? Ладно, поехали. В общем, друзья, да, сегодня у нас скилл-тест на новом джипе. Это бронированный джип с пулеметом на верхушке. Вот, его еще также, по-моему, нет в GTA. Или есть уже выше? Тихо, Андрюшка, давай, без этого. Тихо. Так, пацаны, шо встали? Шо не проезжаем? Давайте без этого. Давай, кого толкнуть, пацаны? На кого толкнуть? Да давай, поехали! Чего? Так, ладно, я, пожалуй, сделаю. Ой, сорян, не хотел, пацаны. Я только вырубил. Извини. Да, Олег! Да не, габаритом не привыкнул еще, понимаешь? Не привыкнул к габаритам. Кинуть его нахрен. Нет. Толкаем Олега. Нет. 10 рублей на киви плачу. Нет, пацаны, даже не думайте. Даже не думайте. Но меня контейнер скинул, пацаны, вы ему должны теперь деньги перевести, как бы, понимаете? Блин, а что это вообще за предмет? Это ж подсветка, которая в клубе, по-моему, стоит, да? Кто там стоит на черной машине? Так, давай, пацаны, не останавливаемся, проезжаем, давай. Нет. Ну уже, давай, ну, во, другое дело. А тут главное не останавливаться, тут как начинается. Ай, да чтоб тебя, да почему не проехал там, а? Стоп же, пердоли. Кто на черной машине? День добрый, пан. День добрый, пани Каролина. Ну, Мак, ну зачем? Ты тупая девка, Андрей. Каждый раз, когда я еду в Польшу и меня стопорят на границе, я всегда использую Каролину, потому что у нее польское имя. И задабриваю так тех, кто, ну, на границе. Ах, вот ты, значит, как действуешь. Ах, ты мигрант. Они берут ее паспорт, и я такой, Каролина, польское имя, они проезжайте. Вы серьезно так работает, что ли? Серьезно, я всегда говорю, что Каролина. Так, ну, кстати, пацаны, я проехал, я взял чекпоинт. Ну, наконец-то, пацаны, уже 10,5, уже почти 11 минут прошло. Ну все, ребят, проезжаем дальше. Ну, вообще, он должен был быть таким, вроде. Как? Тихо, Да куда? Что делаешь? Главное, чтобы машиночка подъехала. Погоди, а тут как? Да блядь! Ладно, попробуем. Пока! Вот, стой. Можно, пожалуйста, мне... Вот это сложно, уже другой уровень! Да все, Андрей, респанься! Так, ладно. Вы заметили, господа, что Билли Бакс, также известен как Фреш, машину взял такого же цвета, как костюм у... Что? Нет, Макс, я посмотрел назад, я и видел. Просто Серега это заднее сальто делает. Что это было? У меня машина дама. А в смысле? Что? Я в самом конце. Подожди, все правильно. Фух. Да, там надо внимать. Я-то думал, что все, я уже хотел F зажать, прикинь, я уже почти зажал F. Все, нормально. Так, ну чё, я еду дальше, пацаны. Я, по-моему, сейчас какой-то в город летать буду, потому что... Так, а тут чё... нет, пацаны! Походу, здесь мы надолго. Мы бухаем, угораем, тебя не хватает. Пацаны, мне кажется, что мы здесь надолго. Потому что тут такое, что это прям вообще жесть. Это как... Подожди, стоп, она проедет ходить ко мне? Да как тут... как она тут проехала? Чё? Как мне здесь проехать? Так, спокойно. Серьезно? Спокойно. Тихо, не падай. Не, на самом деле все просто. Когда ты понимаешь, как так, это все делается, когда все проходится, то все проходит с первого раза. Илья. Давай, отлично. Ох, ребята, все, наконец-то продолжаем мы нашу дорогу, наш Макс, в смысле, подожди? А что за стенки здесь невидимые такие? Просто нужно съесть особые грибы надо, да? Стой. Я остановился. Илья, там жопа есть, там бустер. Отлично, так, жопа. В смысле?
смысле, подожди, да, что? Да, что такое фигня огромная? Блин, там реально... Разворачиваться. Ну погоди. Дай проехать. Дай тебе проще зареспавнить. Олег, да, все, тебя капздам. Олесь, я буду постоянно сталкивать. Все. Илья, я решил пропустить тебя вперед, так сказать, чтобы не возникали лишние проблемы, понимаете, да? Ну ладно, пацаны, поехали. Раз там бустеры эти всякие, да, то... Сука, ну лучше самое... Илья, подписался на мой канал. Да, Олег! Я не хотел, я не чувствую габариты этой тачки, понимаешь? Ну не чувствую я машину еще. Ты же от третьего лица смотришь. Так, кстати, я хочу посмотреть от первого лица, что вообще в салоне находится, что внутри-то такое. Ну нормально. Сука! Понятно! Стой! Нормально, все под контролем! Надо вперед нельзя сдавать! Ой, Андрюх, чисто на опыте, на классе. Ну это, да. Тихо, да ну что ж такое-то? Тут не сложно поворачивать, чего. Блин, слушайте, ну тут реально надо попотеть. Тут не все так просто, на самом деле. Вот, делайте как Серега, пацаны, делайте как Серега. Илья, у тебя же права есть. Я понимаю, там Олег падает, фейлится, но ты... Пацаны, надо шары сносить. Нет, знаете, типа Серега как камера, знаешь, снимает. Ооо! Видел. Это было красиво. Это было красиво. Смотри, брат, я сейчас за тобой повторю. Так, сейчас вот только проедет тут у нас Максим. Пацаны, я вам тут все расчищу, короче. Да, да в смысле? Сука, кривая хрень. Вот, ну понятно. Вот так, отлично. Так, ну все, я, пацаны, взял чекпоинт. Нормально. Так, а дальше тут что у нас? Красава. Это было круто, мне понравилось. Но я хотел бить этот шар. Кстати, я тоже хочу убить, ой, побить шар. Тихо. Так, стой, да стой. Да ну стой же, ну. Да что с тачкой не так, я не понимаю. Она какая-то прям неуправляемая, что ли. Какая-то тяжелая, какая-то медленная. Мне кажется, что я вот так вот, брат. Поехали. Что? Давай. Серьезно? Подожди, серьезно, да? Я не залетел за этот забор. Подожди, а тут может объехать можно? Тут может быть объехать можно. Не, во, можно. Но у тебя. Андрей, с другой стороны выезд есть. Так, все, я взял следующий чекпоинт. Отлично. Так, там, короче, Андрей, в чем прикол? Если подбираешь этот чекпоинт, то он просто так, ну, то есть, если ты респавнишься, то тебя откидывает назад. Пацаны, тут от вас уже ничего не зависит. В смысле, а что тут? Тут, я говорю, миксер. В смысле миксер? Так, а тут куда? Нифига себе! Стена, алло, а что делать-то стена? Нифига себе! А тут что делать-то надо вообще, а? О, я проехал! Так, давай! Слушайте, а такой элемент впервые вижу вообще, а? Так, давай! О, все, нормально! Нет! А там еще один, что ли, вентилятор этот, а? Пацаны, так, аккуратно! Проехал так быстро! Спокойно! Олег, а что меня от меня бьет вентилятор очень сильно? Так и надо, Андрей, все так... О-о-о-о! Стой! Подожди! А, надо туда! Все! Да, курва, стой! Держись! Олег, помоги, пожалуйста! Брат, как я тебе помогу? У меня даже веревки никак. О, нет, стой! Стой! Больно! Все! Пацаны, я без синяков вроде остался, Андрюха там просто летает. Мне очень больно. О, Андрей, держись! Давай! Нет, это. О, нормально. Не, это на самом деле не так сложно, но быстренько проходит же, а. Самое главное сейчас взять... Я понял. Андрей, бери разгон там, я понял. Не все так просто, как казалось бы на самом деле, потому что смотри, тут надо взять... Спасибо. Я был прозрачный. Да блин, давай! Не затягивай туда! Ладно, попробуем еще раз так. Меня просто избивало. Все, поехали. Короче, смотри, тут надо разгончик брать. Вот так вот летим. Теперь плавненькое приземление вот на этот трамплин. И там потом идет телепорт, в который мы также должны попасть. Ну нас тут прям прыжки за прыжком, прям на трамплины надо попадать. Надо ровно держать. О! Я думал, что сейчас зафейлю. Там на последнем долетаешь, там невидимая платформа. Там невидимая какая-то платформа. Уже, я уже F начал. Да, то же самое. Так, ну что, тут какие-то телепорт снова у нас пошли. Телепорт. Опа, остановочка. Остановочка. Ох, снова вентиляторы тут эти. Спасибо, кто меня вытолкнул. А, не, нихера, чё. Я мимо чекпоинта пролетел.
улетел. Тихо-тихо, надо просто выехать! Я застрял, нормально, прикиньте! Нормально. Меня просто прижучило туда! О-о-о-о-о-о! Так, или мы сможем выехать? Ну давай, выезжай! Давай. Макс, я застрял выход! О, давай, толкай! Давай! Ооо, тихо-тихо-тихо-тихо! Я не понимаю, что происходит! Да дайте проехать! Что за херня? Я что знаю? О, давай! Что происходит? Мне сначала тут Серега помешал, потом меня переворачивает. О, да нет, да нет! Макс, ты где? Я в космосе! Макс, ты куда? О, я проехал! О, наконец-то! Теперь самое главное не попасться на эти ветряки! И, конечно, не улететь. Нет, не улететь далеко. Так, а что, мы теперь на мотоциклах, что ли, будем, а? Опа-на! Ой! Это велосипед! Дикий. Понятно! Я просто сразу улетел, как можно дальше, конечно же. Да, сразу ты... немного не я тот понял, курс, пацаны, не то направление глайд, выбрал. Походу. В смысле, глайд? Погоди, еще. Не-не-не, не глайд, там невидимая платформа. Так, спокойно. Да. Так, погоди, стой, невидимая, насколько невидимая? Я вот тут... Подожди, я в яхту заехал, это нормально, да, прям внутрь? Это норма или так и должно быть, или я должен был где-то... Подожди, я должен по палубе где-то объехать. А, вот оно чё, я понял! Да слушай, блин, да что ж такое-то, да чё ж я всё задеваю-то здесь, а? Какого хера он не взял? Во, всё, взял чекпоинт. Так, дальше что у нас тут? Так, как я понимаю, тут надо просто вот так вот аккуратнее... Оу, Серёжа, поаккуратнее, пожалуйста, молодой человек, аккуратнее. Чекпоинты, которые не берутся. Так. А это тролль, понимаешь? Это же тролль. Это как бы ты берешь чекпоинт. Я взял чекпоинт, но я не... Ну да, и в этом и есть вся система, потому что, скорее всего, это слишком простой чекпоинт, наверное. И он берется просто так, он как бы... В смысле финишировал? Что? Предупредить, сказать хотя бы... Да, тоже называется. Вообще ясно, понятно все с тобой. Нет, Андрей, нет! Самое главное в том, что скилл-тест на... На 10 минут, да, на 10 минут. Самое главное... Так, а тут, блин, у меня реально, пацаны, текстурки города повсюду. Андрей Кидок, он финишировал. Я могу его не финишировать, он финишировал. Блин, спасибо, усилилось заступить тебя, но немного переборщил с газком. Так, ладно, попробуем еще разочек. Ладно, я финиширую, давайте, пацаны. Сейчас все будет. Да в смысле, куда вы финишируете все? Стой! Это было жестко, Так, дальше что, куда у нас тут, а? Телепортируемся, снова телепортируемся. А, и вот тут у нас что, финиш уже? А, вот финиш, да. Все, я финишировал. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия по GTA 5 онлайн скилл-тесту подошла к концу. Я надеюсь, она вам понравилась. Да, ну а с вами сегодня были, как всегда, Кофи, Exile, Fresh and Defy. Не забудь подписываться и ставить лайкусики. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока. Ебать всем. Oh boy. Wake up.